Это один из самых массовых чемпионатов Европы по зимним видам спорта. На лед вышел 131 спортсмен, представители 25 стран. Среди них 72 мужчины и 59 женщин. Атлеты разыграли 12 комплектов наград на трех индивидуальных дистанциях, а также в эстафетах и личном многоборье. Чемпионатом Европы по шорт-треку открываются многочисленные спортивные соревнования в городе Сочи. Наши жители имеют возможность в виде зрителей присутствовать на таких важных мероприятиях и, естественно, для себя в жизни выбирать спорт. Это очень важно. Шорт-трек – относительно новый для нашей страны вид спорта, но российские спортсмены с первого же старта дали понять, что рассчитывают на призовые места на сочинском льду. И еще в квалификации Семен Елистратов поставил рекорд скорости – 50 км в час и стал первым на дистанциях 1000 и 1500 метров, обеспечив себе золотую медаль в многоборье. А в женской эстафете на 3000 метров, которая стала заключительным стартом в соревнованиях, российские спортсменки взяли серебро, уступив первое место голландской команде. В общей сложности наша сборная на домашнем чемпионате выиграла 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.